музыка для меня – это главным образом способ самовыражения, демонстрация моих мыслей, интересов, тревог и событий, которые меня окружают. Своим творчеством я несу слушателям частичку себя, частичку своего внутреннего мира. Начал заниматься весьма давно, это случилось году в 2012 с приобретением первого музыкального инструмента. Это была дешевая версия стратокастера, гитара, на которой играет полсвета. Серьезно начал заниматься года с 15-го, когда полюбил различную электронщину. Узнал о относительно новом направлении, которое называлось Witch House, и начал пробовать себя в нем. Проект называется Beneath My Shade. Появился он в 2015 году, в сентябре. Название выбрал, потому что мне нравится темная эстетика. Она вдохновляет меня на творчество и написание музыки. Название моего проекта – это, наверное, какой-то протест против всего того шлака, который льется, увы, с радио и чартов в наши дни. Там играет веселая поп-музыка, которая уже порядком всем наскучила. Ну и когда я написал свои первые треки, мне был необходим какой-то нейм для проекта. И это просто то, что мне пришло в голову. Название отражало звучание первых работ и, в принципе, отражает его до сих пор. На сегодняшний день у меня в планах много экспериментировать с различными жанрами, работать в других направлениях. Например, сейчас я активно занялся таким жанром, как хаус, экспериментирую с техно. Нравится танцевальная музыка, в ней очень много места для самовыражения, для реализации каких-то интересных идей, ходов. Ну и, конечно же, я не собираюсь забывать о том, с чего начал. Это жанр Witch House. Я пытаюсь добавлять в него что-то новое, смешать его с другими, добавлять что-то свое. Сейчас, наверное, как некоторые знают, я планирую выпустить в свет свой новый альбом, в котором будет присутствовать именно тот ностальгический призрачный вайб олдскульной Witch House музыки. Там найдут в себе отражение моя любовь к тяжелой, эпичной и, конечно же, трагичной музыке. А тяжелая она в двух смыслах, как эмоционально, так и по звучанию. Мне всегда нравилось готическое звучание, которое было таким модным в 80-е. Да и вообще я очень сильно люблю культуру 80-х. Как мне кажется, это очень сильно нашло отражение в моем альбоме. Когда я пишу трек, я отправляюсь в некое путешествие в свой разум и пытаюсь вспомнить вещи, которые поспособствовали моему музыкальному становлению, и максимально пытаюсь вложить их в композицию. Как бы это грустно не прозвучало сейчас, но, как мне кажется, электронная музыка в нашей стране находится в каком-то упадке. Я считаю, что это связано с отсутствием текста в этой музыке в большинстве случаев. У многих людей отсутствует образное мышление, и они просто не готовы к такому. Ребята, которые сейчас начинают писать электронную музыку, они... Чувствуется какая-то скованность в них, привязанность к шаблонам. И индустрия имеет шанс получить развитие лишь в том случае, если ее представители будут как-то экспериментировать, добавлять каждый что-то свое авторское. В общем, максимально удаляться от шаблонов жанров. И это, наверное, будет моим главным советом для начинающих ребят.